Наше мероприятие называется «Мы за ЗУ», соответственно, «Мы за зоопарк», направленное на благоустройство нашего заповедника. Как вы видите, у нас продают шары, все вырученные деньги с шаров будут идти тоже в благотворительный фонд, ходят люди с коробками, то есть... Все зависит от желания наших зрителей, наших уфимцев. Наша задача – расширить вольеры и улучшить вообще состояние этих вольеров. И из прилегающей территории мы хотим создать парк. Нам в городе нужен зоопарк? Да, конечно. Почему? Ну, дети должны смотреть на животных, интересоваться ими. Ну, как вообще смотреть на животных? Ну, это, во-первых, весело. Самое важное для детей – это веселиться. Они когда играют, они развиваются. Нужен зоопарк в городе? Да. А почему? Вот так. Для веселья. Потому что там животные. Какие животные бы ты хотела, чтобы там были? Обеги. Жирафы. Львы. Медведи. Слоны. Верблюды. Жирафы. Когда появится зоопарк? Главный-то вопрос. Точного числа, конечно, я вам не могу сказать. Мы ориентировались в сентябрь. Все собранные средства пойдут на реализацию программы благоустройства уже существующего вольера для животных. Здесь будут построены беседки, проведено освещение, а также расширенная территория клеток. Ильнара Кадырова, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.